Праздник Сретения Господня установлен Церковью в память о том, что на 40-й день после Рождества Христова Дева Мария и праведный Иосиф принесли его в Иерусалимский храм, чтобы по ветхозаветному установлению совершить за своего первого ребенка благодарственную жертву Богу. В это время в храме находился святой праведный Симеон. По преданию, один из переводчиков Священного Писания Ветхого Завета с еврейского языка на греческий. Переводя книгу пророка Исаия, Симеон усомнился в словах пророчества о рождении Спасителя, говорящих о том, что Христос родится от Девы. Он хотел исправить текст, но вдруг явившийся ангел сказал ему, что за сомнение в тексте пророчества он не умрет, пока не увидит его исполнение. Духовно узрев во младенце Иисусе, ожидаемого им Спасителя, праведный Симеон взял его на свои руки и произнес: «Господи, теперь Ты отпускаешь меня из этой жизни в будущую, как обещано Тобою мне, и я теперь умру спокойно, потому что собственными глазами видел Спасителя мира». Сретение, то есть встреча Богомладенца Христа праведным Симеоном, это и встреча Ветхого и Нового Заветов, закона Божия, данного еврейскому народу, и нового, высшего закона божественной любви, принесенного миру Иисусом Христом.